Лидия Чистякова, 12-летняя дочь глюкозы, часто проводит эксперименты над своей внешностью. Полученным результатом она радует подписчикам в своем персональном блоге. Зимой девочка удивила своих подписчиков ультракороткой стрижкой под ежик и фиолетовым цветом волос. Теперь девочка, которой всего 12 лет, пошла дальше. Она осветлила брови и покрасилась в синий цвет. Также ее лицо украсили странные веснушки. Это не первый эксперимент девочки. Ранее она носила косички. При этом цвет ее волос был белым, фиолетовым, полностью лишенным цвета и даже цвета морской волны. Мама и папа Лидии во всем ее поддерживают и не препятствуют ее выражению индивидуальности.